На порталах XGET поступил вопрос, как поступить многодетной матери, если муж ушел из семьи, не заботится о детях, выйти замуж повторно или пытаться поднять детей самостоятельно. Знаете, как Боже будет воля. Надо прежде всего успокоиться, знать, что Бог вас не оставит. Примеров таких нечесть. Надо не терять веру в Бога, даже если трудно, особенно же поначалу, пока как-то в какую-то клюву не войдете, необходимо. Но Бог вам где-то поможет. Это, конечно, надо тут еще такой момент посмотреть. Муж ушел за чего? Из-за того, что он, например, он перенесла и нашелся любовь, и ушел к ней. Вот. Или, может быть, вы слишком часто ссоритесь, ссорились, и ваши ссоры не всегда были источником ваших ссор. Это вот ваш муж, может и вы, может вы их начинали, продолжали, зачинали там и так далее. Надо посмотреть, потому что если то, что муж ушел, то, конечно, это плохо очень, это понятно, это грех, никто мужа не оправдывает. Но если вы со своим грехом, который может быть имел место не только грех мужа, но и ваш грех, вы в нем не покаетесь, то вам, будет, то вам Богу будет немножко проблематично помочь. Ну и даже, если, допустим, вы то, что пишете, вы опять выйдете замуж с тем же характером, таким не очень перевариваемым окружающими, то у нас может получиться ну, то же самое. Я, к сожалению, знаю случай, когда женщины выходили даже не один, не два, а, там, а три-четыре раза замуж и рожали детей, и вроде у них, вроде они там даже как-то субъективно старались, но потом все кончалось опять по новой. И опять развод, опять поиск нового мужа. И вот получается, что дети несколько детей от разных мужей, от разных мужчин, от разных мужей. Вот. Не думаю, что ли это женщина с мужей совсем ну, не таких искала, но тоже это и вина, естественно, да. Надо все-таки разумного человека искать, и слушай. Так Или, может быть, какой-то вот какой-то, знаете, такой серьезный недостаток, который мужчины, ну не святые, скажем так, не переваривают. Вот. Поэтому на тот момент такой не только в таком праведном гневе, что вот, меня бросили, я такая несчастная. А ну, всегда, если мы покопаем, всегда мы найдем все грехи. И это нужно не для того, чтобы. А окончательно загнать себя в какой-то такой, знаете, ну вот все, вот я никому не нужна, и мужу не нужна, и Богу не нужна, и церкви не нужна, никому не нужна, только, знаете, в уныние. <coughs> а как раз, чтобы вот борясь с этим каким-то грехом, освободить свою душу и начать нормально жить без него. Грех-то мешает жить. Потому что от него освободиться. Это никто такую женщине обвиняет в чем-то, что вот как бы добить ее, дотоптать, окончательно унизить. Нет, наоборот, вот такой подход ⁇ это подход, когда ты... Ну, это человек сам может сделать. Сколько бы там не говорит, человек ведь со стороны то ведь, если он говорит, кайся, кайся, -кай", он не покаяться не хочет. Но если он сам вот решит идти к Богу и сравни себя не своим там забудшим мужем, может быть, да, а с Богом, вот когда себя с Богом сравниваешь с Христом, пропускаешь свою душу через Евангелие, через сито Евангелия, тогда тут вообще вопросов нет, так сказать, что там есть у тебя грехи, нет у тебя грехов, конечно, есть. Но, с другой стороны, ты не теряешь веру в Бога, что если я каюсь, то Бог-то не может мне не помочь. И Он поможет. Поможет не выйти замуж, будь дети хорошие. Потому что что портит детей? Грех родителей. Прежде всего и в большей степени, чем грех, там, в который там, окружающий мир, там, в школе, на работе и так далее. А если ты своим грехом борешься, значит, ты борешься за своих детей. За своих детей борешься. То, что их может повредить, а это не повредит, а наоборот, если ты сижаешь добродетель, расставшись с грехом, это им поможет, и они смогут стать настоящими людьми. Ну и, конечно, на такую хорошую женщину, наверняка, может быть, найдется мужчина, который не посмотрит, что у вас там трое, четверо, пятеро даже детей, и, так сказать, ну хороший человек. У меня была соседка в Москве, я её близко не знал, но просто ну, знал, что она есть там через свою супругу. Ее оставил муж с девятью детьми. Она вышла замуж, родила десятого. Когда мы уже спрашивали нового, говорит: ну а вы как это, 9 детей, чужих? Там тоже были, знаете, небольшие. Говорит, так женщина хорошая, что ж упускать-то? Вот, так сказать, утешил Господь уж. Сын, женщина, хорошая. Надо стать хорошей женщиной. Тогда не будет мужа, будет хорошо детям. Ну а Бог даст мужу, ну, значит. Будет муж. Вот. Ну да, главное стать именно хорошей женщиной, иначе говоря, быть с Богом. То есть это есть, все остальное приложится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись, и поделись этим видео.